Ола, хай, всем привет! Вы на канале Своими руками. Сегодня я покажу вам несложный способ украшения ободочка при помощи репсовых лент. Что нам сегодня нужно для работы? Ободочек, не сильно широкий. У меня уже он декорирован атласными лентами, узкими, по 0,5 шириной, выполнен узором ромбики. Как сделать такой узор, вы можете пройти по ссылочке и посмотреть. Далее нам нужна будет репсовая лента. 1,5-сантиметровая шириной, двух цветов. Белая в красный горошек и наоборот красная в белый горошек. И поэтому наш ободочек так и назовем горошек. Мы будем делать вот такие бантики. И для бантиков у меня есть вот такие серединочки. Две серединки в виде котят и одна серединка в виде вот такого золотого сердца. Наша задача сейчас сделать вот такой бантик. Белый бантик у меня есть. Еще один красный у меня есть. Осталось сделать еще один красный. Всего будет на ободочке 3 бантика. Что нам нужно? Отрезать 3 полосочки нужного цвета из репсовой ленты длиной по 12 сантиметров. Теперь складываем ленту пополам, чтобы наметить, прожимаем серединку. Теперь клеем, промазываем серединку. И склеиваем. Получается вот такая заготовочка для бантика. То же самое делаем и с остальными двумя полосочками. Три заготовочки у нас готовы. Теперь можно собирать вот такой бантик. Мы промазываем серединку и наклеиваем. Вот такой несложный, но симпатичный бантик получился. Когда все бантики готовы, можно приступить к украшению нашего ободочка. Сначала приклеим центральный. Затем
Затем приклеим нижний и верхний. Для надежности изнутри мы зафиксируем каждый цветочек кусочком ленты. У каждого кусочка обработаем края, оплавим. И теперь с внутренней стороны зафиксируем. И теперь осталось приклеить серединки нашим бантиком. А на крайних цветочках у меня будут котята. Признаюсь честно, очень сложно найти интересные серединки для бантиков и цветочков. Данные серединки сделаны из декоративных пуговиц. Сзади откусываем при помощи кусачек петельку пуговицы. И вы можете выбрать любой рисуночек. Сейчас очень много разных декоративных пуговичек. Наш ободочек горошек готов. Очень миленькие. Серединки такие яркие. В общем, маленькие модницы будут в восторге. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Адьос, бай-бай, всем пока!